фотохудожник, врач-психиатр, эксперт международной категории по породам собак. Все это об одном человеке – Андрее Лошкове. Многие не догадываются, какой уникальный человек проживает рядом с ними. На встрече, приуроченной к 75-летнему юбилею мастера, берчане узнали не только о снимках и приемах, которые используют мэтр сибирской фотографии, но и об интересных фактах из биографии фотохудожника. Например, Андрей Лошков – эксперт международной категории по всем породам собак в Новосибирской области. Он стоял у истоков создания клубов собаководства, где потратил немало сил и времени. Был клуб охотничьего собаководства при обществе охотников. И был ДСАФовский клуб, где служебные собаки были. А все, извините меня, мелкие породы, я имею в виду, ну, тогда называли болонки, там, пудели, ну, назовем так, хотя их внутри много разных разновидностей, ими никто не занимался. И мы тогда первую секцию создали при областном обществе охотников, вот там, где были охотничьи собаки. Там мы сделали секцию декоративных собак. В жизни Андрея Лошкова было еще одно необычное хобби. Он разводил редких аквариумных рыб – дискусов, королев аквариумных рыб. По 10 раз в год он летал в Питер, поскольку в Неве вода была такая же по жесткости, как и в Амазонке. Там разводили особых рыб, и из Питера он привозил их в Новосибирск. У меня 3,5 тонны воды стояло в квартире, поэтому... Но это не в одном объеме, чтобы вы не представляли, что это какая-то лоханка большая. Нет, это этажерка, где стоят... Из оргстекла сделаны банки. Не остались без внимания приемы фотографа, которые он использовал в своих работах. Вираж, монокль и даже вазелин. Это объектив ставился, на него светофильтр накручивался, чтобы сочнее небо было, чтобы облака выделили. А на светофильтр, естественно, наносился вот эти мазки вазелин. А такую атмосферу создать, вот этой нереальности какого-то красивого такого... может быть, теплого состояния. Посетители отмечают, что это не просто выставка, а целое произведение искусств, которым можно наслаждаться бесконечно. И для себя я открыла очень чудесный, чувственный, красивый мир. И я получила истинное наслаждение от пребывания в этой атмосфере. И получила много интересных впечатлений. Я очень рада, что посетила эту выставку. Я получила очень большое наслаждение, большое удовольствие в виде вот этого вот нашу природу сибирскую, берскую природу, наше море. Очень большое спасибо таким фотографам, что они существуют. И так показывают нашу природу, нашу жизнь, наш быт. В завершении встречи Андрея Лошкова поздравили с юбилеем и предложили вступить в Союз ветеранов-работников культуры города Бердска. Я жить без тебя не могу. Я с первого дня это понял. Как будто на полном скаку коня я над пропастью поднял.